Добрый день. Представляем вашему вниманию видеообзор модуля онлайн-поиска по стокам электронных компонентов. В данном примере пока представлено всего три зарубежных и один российский сток. До конца января будет это количество увеличено до 30-40. В основном это будут зарубежные стоки. Ну и какую-то часть российские. Стоки автоматически обновляются с сервера. Вы можете выбрать необходимые для поиска стоки и также назначить коэффициент корректирующий, который определяет, например, цены в России с доставкой и растаможкой. В окне поиска мы забиваем название позиции, к примеру, Max 232 и необходимое нам количество. Также мы можем искать только с ценой или только на складе. Значит, цены автоматически у нас выбирается в зависимости от того количества, которое мы указали, потому что у многих стоковых компаний цены формируются в зависимости от количества. Мы можем, к примеру, какой-то запрос конкретизировать, сузить. Ну, к примеру, выберем другую позицию. Соответственно, можно выбрать только с ценой. Поиск работает достаточно быстро. При первом запуске поиск происходит там в течение 5-7 секунд. Понятно, что чем больше у вас будет подключено стоков для поиска, тем больше будет этот поиск. Поэтому ну, не рекомендовал бы количество стоков для поиска использовать более там 50. Пользуйтесь только основными стоками. Соответственно, ну, можем проверить, например, насколько правильно у нас выдаются цены. Для одной штуки, допустим, у нас цена 4,95, цена в России 6,93. При увеличении количества цены у нас изменяются. В разрезе цены возможен фильтр по убыванию, возрастанию, как по зарубежной цене, ну, вернее, как по закупочной цене, так и по цене с учетом поправочного коэффициента для того, чтобы определить оптимальное предложение. Также модуль может заносить выбранные позиции в справочник номенклатуры. Ну, к примеру, там посмотрим, есть ли у нас этой позиции или нет. Ну, вот, допустим, у нас этой позиции нету. Мы выделяем нужную позицию. Можем выделить несколько позиций. Нажимаем кнопку «Создать». Выбираем под каталог, куда эти позиции необходимо занести. Ну, вот у нас позиция занеслась. Даже занеслись какие-то там необходимые параметры, температурный диапазон, тип корпуса и так далее. Также у нас можно занести тип цен, создать установку цен. Выбираем, скажем так, закупочную цену и создаем установку.
Модуль можно скачать с сайта или отправить запрос по почте. Всем удачи, доброго дня.